Добрый день. Назовите номер квартиры. 441. Я вас не поняла. 441. 421. До свидания. Что значит «до свидания»? Четко назовите номер квартиры. А я как называю? 421. Пожалуйста, отойдите от домофона на расстояние, равное 1.5 метрам, чтобы я могла сделать фото. Пожалуйста, подойдите на расстояние 1.5 метров от домофона. Ну, вы находитесь слишком близко. Пожалуйста, отойдите на расстояние, равное 1.5 метра. Да это что, издевательство? Ориентируйтесь на лазерную точку на земле. Встаньте в 1.5 метра от домофона. Ты меня заколебали уже. До свидания. Вы что за херня такая? Я вижу, что вы в алкогольном опьянении. Подтвердите, что вы в нетрезвом виде, сказав «я выпил», или что вы трезвы, сказав «я не выпил». Ты меня видишь, нет, каналя? Давайте пройдем небольшой тест, и я вас пропущу. Произнесите за 7 секунд следующее. Ехал Грека через реку. Видит Грека в реке рак. Грека в реку сунул руку. Рак за руку Греку цап. Да пошла ты нахер, не буду ничего произносить. Давай дверь открывай, в конце концов. Ехал Грека через реку. Видит Грека в реке рак. Сунул Грека руку в реку. Рак за руку Греку цап. Ехал Грека. Грека сунул в реку руку. Рак за руку Грека цап. Я заметила, что вы в затруднении. Подтвердите, сказав «да», или опровергните, сказав «нет». Да, затруднение. Дверь открывай. Карл у Клары украл кораллы. Пошла в задницу, сука! Клава Крикуляна, к сожалению, вы не прошли тест на трезвость. Я не могу впустить вас в квартиру, так как вы несете угрозу жильцам. Я если свою вы... квартиру пройду и никого угрожать не буду. Гонишь, если вы продолжите вести себя агрессивно, я вызову наряд полиции. Давай, вызывай! Наряд полиции вызван. Хорошего дня, пожалуйста. Зашибись. Оцените качество обслуживания от 1 до 10. Ноль, ёптая мать. Назовите язык, на котором вам удобно общаться. Русский. Абраны белорусскую мову. Какое мову? Назовите русский язык. Ласка, но маркваторы. А? Киргизский, блин. Абраны белорусскую мову. Чё? Иди ты нахер, назовите, ты что такое? Будь ласка, но маркваторы. Какая тебе будь ласка? Давай открывай дверь. Чё там, хохлы парадную захватили, что ли? Да не понимаю я твой язык. Будь давай ласка, русский. Но маркваторы. Русский! И я лапит по вас, сыра. Для зручного корыстани. Сервисом, разумный домофон. Запампуется, прокладывание на телефон. Да телефон-то вот, вот он. Какой тут приклады? Попереджаем вас об проведении будаўничих работ на фасадах будинка с трахерами-бляхерами. Дзикуй. Оцениться якасць працы разумного домофона от 1 до 10 для того, как у вайсцы.